Итак, пошел у нас это полуфинал нижней сетки. Матч за квоту в следующую стадию турнира. Хрон Бейс Best of 3. И Хрон у нас на экране. Подбирает Heavy Base. Тут же заносит рейл. Второй не зашел. Мега лежит пока что. Забанены Никса. И Вайзер. Карта руины ZTN, если будет третья, Авокин. Хорошо, сейчас бейс подъел. Там все, ну, нет у него армора максимально. Так, услышал Хрон, что... Подобран хэви, и бейс приходит на мигу. Хрон здесь уже никак ничего не сделает, еще и словил ракету. И сейчас спину будут рейлить ему. Нет, рейлит в ответ. Бейс сейчас получше стек. И контроль он сейчас, видимо, будет уже такой глобально устанавливает. На хэви Хрон вряд ли пойдет. И бейс сферкой успеет взять мегу. Он даже сферу не стал тратить. Хроня. Приуныл. На самом деле слушает карту, пытаясь, видимо, нанести халявный дэмэдж, типа такого, чтобы потихонечку этот контроль сбривать. И что, пойдет на хэви? Там уже должны его встречать очень жестко. Бомбануло очень тоже жестко. Так, Хрон на клатче. Причем сейчас мега должна быть. Но Хрон не пошел туда вообще. Интересно. Не стал в аркаду бросаться. Бейс, смотрите, пошел. Шотган взял тяжелый. Чтобы, если что, с клатчом как-то драться. Ну вот, очень Хрон сейчас странно сыграл. Просто бейс очень сильно отъелся, и ему, в принципе, клатч сейчас не страшен. Он будет врываться на мегу и сам еще рейлит. И может сейчас зажать Хрона. Несмотря на то, что у того щит. Там намного толще... Неважно. Последний персонаж у Хрона. Это рейнджер. Очень быстро. Концовочка у нас. Развязочка. 1-0 в пользу Бейза. Очень уверенная игра. Хрону тяжеловато. Очень тяжеловато. Пока дается этот матч. И на этот раз два рейнджера на старте. Бейз не берет сразу мегу. Сделал... 8 секунд задержку. И тут же его подрейли. Но по идее сейчас база рассчитывает, я думаю, на то, что возьмет хэви и сферой сразу на мигу полетит. Вопрос только в том, что Хрон делать придет нам вообще. Нет, здесь даже rocket jump. Но нету шафта, поэтому очень стрёмно туда. А вот так все четко по таймингу, но сожгли. Но там, видимо, приземлился бейс уже на ракету Хрона, потому что сфера очень хорошо читается в данном случае. Поэтому он так быстро умер. Так, сейчас... Хотел сказать драка за хэви, но... Просто убили бейса на хэви. Дэмэджа он немного дал, и клатч у него остается. Очень прилично сейчас получил Хрон, и не спасется он. Так, останется камера у нас на нем, потому что у него сейчас самого клатч толстый с щитом. Но опять же, шанс Хрона в быстрой атаке. Так, по-моему, услышал бы здесь соперник. Ой, какой сейчас толстый будет Хроня.
фига 10 секунд. Сейчас он там займет позицию. Ее еще заберет. Бейза последний персонаж, он уступает в счете, поэтому... Так, чуть раньше. Бейз включил щит. 7 кп. Да. Бодрит. Такие моменты. Раунд 3. Файт. Как говорится, у кого рука дрогнет, у кого нет. Так, броня при пушках. Быстро сразу воевать. Ой-ой-ой. Мало бейза, очень мало. Хрони тоже, я бы не сказал, что... Ох, какой рел, красавчик Дима, конечно, так попасть, то очень круто. Бейс на миге. Услышал хрон. Поднятие девайса. Ой-ой-ой, ну как же так-то? Тяжело против Хрона играть аркадно, потому что отстреливается он очень круто. И сейчас очередной красивый фраг. Похоже, Бейс даже не заметил. Он просто щелкнул как орешек. И битва роботов. Но у Бейза последний. Так, пасет он. Эх. Ну вот сейчас рука у Бейза не дрогнула, и 2-1 он врывается вперед. Да, матч очень бодрый. На самом деле, клатчей не хватает. Все-таки они вносят серьезное разнообразие в эту игру. Просто когда два клатча дерутся, это еще как-то. Когда один кого-то топчет, это, конечно, порой смотрится реально очень беспомощно. А здесь и удрать можно, собственно, потому что... Скорости одинаковые. Так, сейчас может быть закрыть там Хрона. Если будет попадать рейл. Так, это нет, это Хрон у нас на экране, извиняюсь. И он у нас ведет. Опаньки. Что-то я как-то потерялся. И продолжает Хрон тащить. Понятно, привет из ноября. Патч пофиксен, но не до конца. Не патч, в смысле, в патче сфера пофиксен, но не до конца. И Хроня кемперит на клатче шотганкой. Как Хроня попал вообще, не понимаю там. Реакция чумовая, нужна все-таки рыло заносить. Так, мигает 5 секунд. Нельзя давать ее Хронову ни в коем случае. Так, сейчас мега ездит, а для Бейза армора у него совсем нет. Ох, как эти рыл это заносят Хрон. Извините. Я не туда. Ну, сейчас Хрон уже беспрепятственно должен забирать Хевик. И очень толстого. Но тут же рыл от Бейза. Примерно с таки уравнялись. Еще одна рольца. И... Ну, некуда было, конечно, Хрон деваться. Он со своими боками филейными там простреливается просто на изи. Поэтому просто он стоял, посмотрел. Так бы здесь подлов. И накрывает Хрона ракетой. 2-2. Ну, как... Какой-то раунд просто совсем ужасный для Хрона. Ничего не получается. Просто Бейз все чётенько-чётенько. Давайте его включим.
нету пушки от рейла. Спасся, не идет бейс на мегу. Нужен ствол. И в первую очередь к шафту. Как Руни ворвался резко, но здесь обоим поплохело. Бы за шафтом траблы почти весь закончился. Так, Ахрони тем временем отжал хэвик. Бейс пришел, понял, что пришел поздно. Все, съели. И мега сейчас будет еще за Хроней. Вот это поворот, услышал бейс. Взятие меги. Но сейчас лучше здесь вообще не стоять. Хрони по-любому будет врываться на следующий хэвик. У него полный контроль. Здесь надо идти, есть второй полтос, брать пушки. Так, а вот сейчас интересно, сейчас может быть. Понятно, переключение на рейл знаменитое. В решающем раунде очень не в тему оно получилось. И Хрони на диком контроле. Ищет. Ух, как он это делает. Сейчас хэвик, здесь все посчитано. И по идее на мегу Хрони успевает. 5 секунд. Бейс даже не высовывается. У него там просто копеечка какая-то осталось. Сейчас надо просто схорониться. Повезло сейчас, конечно, Бейзу. Еще и в ответ умудрился попасть. Ну, все равно по контролю все плохо. Также Хрон, по идее, сейчас сфера, скорее всего, пойдет. Нет, пошел через джампад. Опа, не пускают. Хорош от Хрони рейл. Быстро все снял. Размен, у Бейза нету денег на рейл. И так, врыв от Бейза. Хэви для него. Так, но здесь, если успеет на мегу, то это будет. Это будет немножко другая история, потому что здесь бейс просто рейлов заносил. Ну, собственно, минус клатч, и сейчас хэвик будет. Так, сейчас можно на рейл нарваться. 2 хп. Да, я в шоке. Если бы сейчас спасется, это будет удивительно. Клатч еще так шумит. Так, любимый уголок Бейза. Жалко, хп не регенится. ...90 хп на рейл все равно нету. Просто спастись последние персонажи. Да, здесь надо, конечно, отсиживаться. Понятно, что там Галина жирнючая бегает. Так, не совсем понятно, что Бейс хотел, но все получилось хорошо. Так, и хэвик следующий. Можно забрать. Нет, не лезет Бейс никуда. Хотя бы полтинчик. Так, сейчас будет встреча. Ой-ой-ой-ой-ой, как быстро убили. Карта за Хроном. Так, сейчас Бейс может съесть все. Не повезло Хрону с респауном. Так, Бейс здесь киперит рейл.
пойдет сейчас за ракетой. Да, я думал, кстати, атрибут от Хрона мы здесь увидим очень много. Так, Хэви лежит, но Бейс уже не успевает туда. По-моему, у Хрона шафта еще нет. Сейчас посмотрим. Да, шафт он не взял, ракету не взял, только рыльца и бумстик. Хороший рейл. Хрон пишет, иногда просто такие чумовые рейлы. В шоке. Как третью не попал, непонятно на самом деле. А Бейс тем временем утащил всю карту, а Хрон продолжает рейлить. Ему не нужны другие пушки. У него не так хорошо залетает. Ой-ой-ой, как Бейс не ожидал этого. Ну, слишком быстро Хрон на самом деле ворвался, поэтому неудивительно. Сколько рейл? 4 из 6. И хороший контроль сейчас. Так, первый мига, ну... По идее, оба придут. Нет, Бейс понял, что 100 без армора ему там ловить нечего. Фронт, по идее, успевает на хэви и будет туда запрыгивать. Бейс просто ушел. Отдал всю карту. И время, главное, для него очень плохо идет, он и проигрывает, и никак он не успевает никуда, если Хрон сам не ошибется, не отдаст что-нибудь на халяву. Но Бейс просто сейчас на плазме засел и пытается хотя бы 100-100 себе сделать. А время идет, сейчас 4 минуты пойдет. Так, мига лежит. Вопрос, где респаун у робота. Здесь, я думаю, Хроня не выживет. Вот, дальше Бейс пошел на хэви, но немножко другим путем. Вернее, даже хэви он, собственно, не стал собирать. О, Хроня, чё ты творишь? Чё ты творишь? Сегодня какие-то просто нереальные рельсы у него заходят. Да, конечно, по калачу легко попадать, но не у всех это получается. Так, сейчас Бейс может забрать карту. На ровном месте Хроник, конечно, отдался, но пошел стреляться. Такой у него респаун опять неудачный. Там особого выбора-то не было. Но если только сразу убегать. А вот к следующей миге уже Бейс не особо готов, потому что пошел совсем другим путем, и преимущество развить не получилось. Карта сейчас отдана целиком. Будет. Играть еще, конечно, очень много там раунде, поэтому надо какие-то действия активные предпринимать, попадать. Есть ракетка, но тут же для Хрона мига. Услышал Бейс, возможно, засек время появления. И сейчас пытается на хэви подхамить. По факту, конечно, место гиблое. Хрон наверняка. Ох, какой брокет хороший зашел. Но вот сейчас на мегу верхом зайти. Главное не через шафт. Тайминг есть. Или сферкой через решеточку.
Тайминг есть четкий. Нет, здесь поджидали. И ничего не удалось развить из предыдущих попаданий. Сейчас еще и тотемов наставят там хрон. Так, есть две ракеты, в сумме где-то соточку они сняли. Можно попробовать что-то съесть. Но здесь, да, хэви так много времени, что не получается на самом деле. Никак дождаться. Армор, а сейчас хрон будет воевать. Ой, ну, Бейс, конечно, красавчик. Клатч остался, еще и с Мегой. Играть все еще много. Сейчас клатч будет просто бессмертный. Ну, я не знаю, конечно, как сейчас Бейс повезло. Ну, куда ж ты, Бейс? Ну, настолько читается это действие. Ну, если один раз повезло, ну, стой на месте, не заметили. Ну, здесь база красавчик должен убивать. Хороший спаун. Мега и Хрони, конечно, со своим хитбоксом там впитал очень качественно шафтик. И 1-1. Хотя местами там казалось, что... Ой-ой-ой. Да. Это называется, ребята, пиллинг. Если не ошибаюсь. Это же процедура пяточки массировать. Что-то хрону на респауны порой не везет. Ну и, конечно, Бейс хорошо попал очень. Осталось одну рельсулечку. Нет, там хроня дерется. База полетел, полетел. И сейчас хроню надо закрывать здесь. Последний ХП там остался, но еще рыбакоп. Так, первым хэви. Важно рейл. Сейчас уже клатч будет не такой бодрый. Два один. Вечер перестает быть томным. Напомню, эта карта выбор базы. Раунд begins in. Первая руина 3-2. One. Fight. Так, опять хрони не прет на спаун. Но успеет ли Бейс сейчас хэвика сжать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Какой неудачный. Так, сейчас смотрите, что происходит. Идет Бейс воевать. Нет. Идет Бейс отдаваться. На самом деле, по-другому на плаче не сыграть. Хороший рейл от Хрона. Сейчас у Бейса все равно, по идее, преимущество будет по контролю. Потому что у Хрона слишком мало. Бейс сейчас съест хэвик. Время еще просто вагонище. Главное, побыстрее с плачом подраться. Так, вот сейчас может быть подлов. 20 хп, 20 хп не отпускать. Бейза тоже мало, но много уже. А куда ракеты? Все в порядке. 3-1, 1-1 по картам.
Фрон на клатче решил стартануть. Да, это любопытно. Но не пошел нахуй воевать. Трикс. Ну, бывает. Главное, на клатче здесь не улететь в болото. Ну и Хрон затаился, Бейс там тоже. Ждет. На мигу Бейс не пойдет здесь. Хороший рейл от Хрона, и тут же в ответ прилетел вот такой вот качественный рокет на соточку. Обменялись любезностями. Хрон сейчас потолще, и здоровье больше, и ракету хорошую попал. Пошел он в аркаду. Бейс тоже, конечно, очень жестко попадает, но... Как он его убил-то, я не понял. Так. Ой-ой-ой, как оно так вот получается? Ой, весь шотган там. Просто нереальный дэмэдж. Вошел в Бейза летящего просто как на блюдечке. Настолько обидное, я думаю, ему сейчас было. После тяжелого первого фрага вот так быстро помереть просто из-за того, что не получилось. Так, сейчас хорошо Бейс встретил соперника. Здесь еще и контролька и сжигать пойдет. И мега сейчас будет для базы. Так, клатч же помер, да, помер. Так, не повезло здесь Хрону с респом очень сильно, на самом деле. Бейс очень быстро накрыл. У нас 1-0. Раунд начинается в 3, 2, 1. Round two. Fight. Так, сейчас оба на рейнджах. Impressive. Придержи, спасибо. Ай-яй-яй, какой момент для Бейза, но... Болт забить не удалось. И пораньше. Ой-ой-ой, как подставился, но там на последних хп, на самом деле оба. И здесь три болт не заходит. Ну, Бейс отступит, пойдет мегу съест, потому что слишком рискует. Хороший контролечка от Хрона. Бейзу нужна ракета, он пойдет, скорее всего, через проходик, я думаю. Аккуратненько. С телепорт здесь лезть слишком опасно. Так, чуть не подрейли. Девайс одновременно. Пушки все есть. Главное, есть сфера. Сейчас кто-то у кого-то что-то отожмет. Ой-ой-ой, как Хрони там поплохело-то. Ну... Ну, как так-то для Бейза? Ну, кошмар. Сейчас Хрони отлично сыграл, конечно, в сложнейшей ситуации сориентировался. Сейчас он уже толще, сейчас, по идее, полтос будет. Через пару секунд нижний. Раз, два, три. Ой! Тут пришел не полтос, тут пришел целый. Да, сейчас Бейзу вот просто дико после такого момента в итоге не проперло, еще отдался. Так, мегу сразу подсбрила. Хрони сейчас пойдет душить. Так, слышит бы здесь соперник. Хэви намного раньше, ну, намного 5 секунд. Так, всем все понятно, кто где. Хороший рейл. Да, Хрон оказался хитрее в данном моменте. Бейс лучше рейлил, но, как говорится, не в этом счастье. Минус
персонаж, там клатч теперь. Клатч уже идет вырываться. Вырываться. 1-1. Чуть-чуть Хром начинает лучше играть, ну, не ошибаться, и Бейс немножечко так не справляется с темпом. Вернее так, чуть-чуть Хром начинает идеально отыгрывать эпизод. Сразу проблемы. Неплохо сейчас Бейс на самом деле пострелялся. Там Хром никакущий, никакущий, никакущий убивать. И надо как можно быстрее накрывать следующего персонажа. Не зашла ракета. Сейчас клатч с хэви, по идее, пойдет в атаку. Нет, клатч пошел за рельсой. Там армора просто нереальное количество у клатча. И проблемы у Бейза большие. Нет спаса. Еще и... Так, мигаю. Сейчас первый. Как же Хром душит. Как же Хром душит. Все заносит. Там щит пока не возобновился. Мимо пролетел Хром. Бейс пошел 100-100 делать. Сферка есть. В случае чего смешно было. Не, только не Бейзу. Ну что, успеет ли база сейчас на хэви забрать его? Да, успеет, успеет Хром. Не стал рисковать. Предпочел взять мегу. Бейс уже ушел в пассив. Рановато много еще времени играть. Ну, что делать, ему тоже особо не понятно. Ну, на центр попытаться выйти, подрейлить. С другой стороны, пока девайс одновременно он, конечно, будет забирать. Так, а на мегу, ну, хотя бы взглянуть, что там вообще, есть она, нет. Ну, понятно, что рисковать Бейзу тоже особо резон нет. Надо сферу обязательно сэкономить. Обязательно попадать рейлы. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Этот рейл был очень в тему. Так, сейчас будет рейл на джампаде. Но пока все неплохо. Пойдет 4 минута сейчас. Хром там. Нижний брейк. Все примерно по той же схеме. Хром будет, видимо, падать на хэвик по таймингу. Ой-ой-ой. Да сколько? Сколько в тебя лезет? Хэвик по-прежнему чуть раньше. История повторяется. 100 на 100 Хром сейчас. Уже поменьше. Ну вот момент для атаки. Так, Хром отдал щит. Бейс тратит сферу. Надо сжигать, надо сжигать. Ого. Ну там на самом деле Бейс попал больше. А аптек вообще нет. Ой, сейчас проблемы у Бейза большие. Пятьдесят секунд. Хромный щит сейчас будет готов. Так, мегу уже не забрать. Слышит Бейз, где соперник. Сферы тоже нет. Во-во-во-во-во-во-во-во. Сколько осталось?
27 на 5. Надо брать клача и урваться. Так, главное самое, что карту отжал. 32 хп. 5 секунд. 2-1. Очень нервно, конечно, матч. Вот эти вот моменты. 4 минуты фактически бейс бегал, но 3,5 чуть-чуть не дотянул. Ну, тяжело, конечно, да, против клатча там щитом. Лезть тоже точно смысла на клатча нет. Поэтому здесь со стороны-то оно и понятное дело, все легко. Экспалился хрон, получил дэмэдж. Я думаю, хрон к триболту пытается пройти, потому что ему эта пушка очень нужна. Бейс здесь подстраховывается. И сейчас будет, по идее, прыжок телепорт. Читалось это, в принципе, но бейс так не ожидал все равно. Ай, какая ракета болезненная. Так, успеет ли сейчас? Успел, успел. Надо закрывать. Роню. Есть полтинник. Ну и клатч, да. Клатч. Примерно то же самое, что было в предыдущем раунде. Очень важный рейл. Очень важный второй. Очень больно бейзу. Но попал. Самое главное, две рельсы. И сейчас бейз может. Еще одна рельса. Еще одна. Да клатч какой-то бессмертный. Бдзини, да что ж ты не дохнешь? Капец, просто капец. Так, здесь сейчас будет полтос. А что дальше делать, непонятно. Хэви первым. Ай-яй-яй, хрони там уже подбирается. Вот это поворот. Ну там мало на самом деле. Попал. Хорошо, что бейс сейчас на эту мегу вышел. Это очень важно было. У хрони там проблемы большие, но не очень большие. Так, сейчас главное, да, не получить халявный дэмэдж. Следующий хэви. Скоро. 10 секунд. Бейс уже занял позицию. Клатч придет туда со щитом. Как же бейс за рейл сейчас идет. А какой рейл-то бейс? Зачем он его включил там? Я опять ничего не понял в плане того, что все очень быстро прошло. Так, бейс рейл, кстати, кончился. Ох, какая очередная рельса чумовая от бейза. Рейл его, конечно, тащит. Так, спалился хроня. Хэви есть. Контролечки. Но на мегу здесь не пойдет бейс. Да, не успеть. Оба отъелись. Есть сфера у бейза. 4 минута. Сейчас пойдет. Примерно сценарий повторяется с предыдущим раундом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, но базу. Этот рейл последний. Так, сейчас будет или прыжок. Нет, не стал хрони лезть. 1,5 минуты. Так где этот полтинник? Ой, как хрони ворвался неожиданно. И мало осталось ведь. Сейчас девайсы появятся. Так, там бейз-робот. Хороший рейл от хрона. Ай! Ну хрони рейл закончился. И сейчас бейс может подловить его. Но правда 14 хп. 14 хп! Еще один там персонаж. Еще играть на самом деле.
Так, руня с хэвиком. Нету базы щита. 35 секунд. Так, сейчас будет. Плюшка очень качественная. С повидлой. Да, Бейс, ну что ж ты делаешь? Как ты не ускорился при выходе из этого телепорта? Ну, понятно, что будет рашить Хрон. Ему деваться некуда. Так, услышал Бейс, что подобран рейл. Да что за... Что за бред? Ну как так можно было-то поддаться, а? Prepare to fight. Катастрофа. 2-2. Решающий. 2-1. Fight. Так, рейнджер. Хрон сразу клатча. Сразу решил. Не парит мозг. Нужен здесь обязательно шафтик. Но Бейс пока просто стоит, ждет следующий хэви. Хроня, видимо, будет просто слушать. Так, можно сферкой, кстати, подлететь туда. Хороший рейл от Бейза, хорошо сыграл. Как бы Эзу сейчас опять не проперло. Ну, Хроня там просто никакущий. Но улетел, блин, со скоростью ракеты. Ну, сейчас Бейс будет на контроле. Хроня, естественно, будет отсиживаться. Ой-ой-ой, как... Да что... Что такое? Ну убей его, ну убей. Так, хэви первый. Сейчас там спаун будет на хэви, можно закрыть попробовать. Улетел Хроня. Так, нет, здесь спаун не будет. Никаких рейлов сейчас лучше не доставать, таких шальных. Просто аккуратненько сыграть. Слышит бы здесь соперник. На хэви уже, скорее всего, не зайти. Хэви сейчас подобрал. Вон и так, бежит он. Так, все, карта отдана. Хороший рейл. Надо стек сбривать. Хроня мажет. Хорош. Хроня уже там, конечно, тоже. Я думаю, подгорает у него. Ну, как же так-то, а? хп. И сферкой улети отсюда, улети. Нет, оба промахнулись. Хрон потихоньку отжимает все. Важно, рейл. Так, дождется ли... Ой, полторы минуты. Добрый вечер. Бейс, просто постой ты на месте 5 секунд. Ай-яй-яй, Хроня душит.
Давно я таких нервных матчей не видел. Реально хочется просто помолчать. Минута. Зашибись. Зашибись. Что там у Хрона? 100 хп. Спаун. Ой, да ну тебя, БС. Все нервы просто высосал. Из себя и из нас всех остальных. Но GG.